Капюшон, и эта шубка двусторонняя. Это имеется в виду, что когда сыро и холодно, вы выворачиваете это изделие наизнанку и носите мехом вовнутрь. То есть соболь вовнутрь, это, ну, мало того, что соболь самый теплый мех, скажем так, еще и вывернув это изделие, одев вовнутрь соболь, то есть вы точно не замерзнете, потому что это очень теплая, комфортная, с карманчиками, здесь есть карманчики, комфортная, пуховичок соболиный, такой пуховичок полушубок. На стандартный рост у вас будет полноценный длинный рукав. Это с моим ростом 1,80 м, он мне короткий. А так это правильная длина рукава. Очень красивое лекало у этого капюшона. И вот, пожалуйста, можно носить без пояса. Можно носить с поясом, вот таким вот образом. Не обязательно красный, как мне попался этот красный пояс, скажем так. Вот такой большой глубокий капюшон, так он смотрится. Здесь есть внутри кулисы, поэтому вы можете ее приталить при желании, либо просто застегнуть на один крючок. Вот я люблю вообще такие шубы с большим расходом меха, застегивать просто на один крючок. Посмотрите, как красиво, здорово она смотрится. Вот, правда, золотой сильвер, чтобы вы видели красоту, эту диагональ, в косую, как выложен мех. Модель шубы 130 сантиметров, поэтому она будет прямо до самых пят. Так будет смотреться это изделие. И очень... Я вообще его на себе не чувствую. С двойным капюшоном. Длина у шубы, если я не ошибаюсь, 120 сантиметров. Но могу уточнить. Размер 42. Есть разная длина, есть разные изделия, есть разные модели. Приезжайте к нам в Милан, мы вас ждем. За шубками, за полушубками из риси, из соболя, норки, пуховиками и пальто Лора Пьяна. То есть верхняя одежда любая есть в наличии. И мы будем рады вас познакомить с новой коллекцией. Пришел я вам даже померю. Так вот, он отворачивается. Вы можете его носить вот таким способом. Вы его можете носить таким, отворачиваться. И вот так вот она здорово смотрится. Это редкие силуэты, посмотрите, и с большим расходом меха соболя. Очень из соболя тортера, очень красивого нежного оттенка с двойным капюшоном. Я померила вам это изделие, оно очень красивое. Посмотрите, какой широченный, красивый такой шалевый воротник, переходящий в двойной капюшон. Так смотрится это изделие, вы можете его по-разному надевать, можете отворачивать, как вы хотите. Можете красиво сложить на плечах. Пояс проходит по спине и выходит наружу. Так он смотрится. Можете носить с поясом, можете носить без пояса. Так смотрится этот жилет. Очень нравится мне оттенок тортера. Повторяю, правда, очень красивый оттенок. Красивый глубокий капюшон. И покажу вам еще шубу из тортера. Я отвесила, специально взяла из-под станка, то есть это изделие с красивым большим шалевым воротником. Очень красивый шалевый воротник, посмотрите, какой большой, свободный, как он красиво спадает. Вы можете его застегивать визави вот таким вот способом. Здесь есть такие красивые маленькие крючочки, вот, можете носить на один крючок, можете застегиваться как вы захотите, да, таким способом. Или можете застегиваться классическим способом, то есть друг на друга. И тогда у вас будет классический ворот, шаль. А так это получается спадающий шарф с большим расходом меха. Очень красивая тортера. Смотрите, какой красивый оттенок. Шуба овер, она свободная, то есть меха не пожалели. И красивый подпух у этого соболя. Ждем вас в Милане. На любой бюджет мы подберем вам варианты. Есть шубы подешевле, подороже. Есть старая коллекция. Соответственно, она имеет большой коэффициент скидки.